Well, that was a really long way around. Кстати, да. Почему вы мне сказали вон туда идти? Я так и не понял. Точнее, мышка повернулась. Сказал, что мол, ну вон там вот что-то, там есть, да? И нахера мне это, если у меня ничего нету нового? Ничего нового, парни, сори. Ну вы же не надеялись их здесь увидеть, да? А, сюда даже пойти нельзя. То есть мы проделали один и тот же путь до одного и того же места. В первом эпизоде. Ну ок. Может еще кто-то третий приедет, еще тот же самый путь пройдем. That's her. That's my baby. My precious. You can say that again. This was logged 6 months ago. Jesus, Moira. Your daughter's name is Moira? Yeah. Why? Hey kid, you okay? Moira. She's dead. What? Какой поворот? Супер поворот! Неожиданность! Драма, все дела. О, да ладно! Moira was trying to get to that tower when I was with her. I need you to take me there. Can you do that? But if we've been infected with something... I promise I'll catch up! Is this the place? The Placid? Don't be scared. So, you finally came. I knew. We are this motherfucking island! Что это было сейчас? Вот это все. Может, мне рейтинг покажет? Только не надо показывать в конце каждого эпизода титры, пожалуйста. Следующий эпизод созерцание. Давайте в конце последнего эпизода покажете титры, хорошо. А сейчас не надо. Не хочу каждую неделю их смотреть. О май гад, да вы чё издеваетесь? О боже мой. Они мне будут показывать титры. Ну вдруг там что-нибудь в титрах есть интересное? Не, ну если не быстрый, то ладно. Не, ну в принципе я даже не знаю. Как-то, ну вроде как-то, ну хз, вроде бы норм. А вроде бы и не норм. А ну как-то средненько. Я вообще не знаю, оно как бы не нужно, понимаете? Дело в том, что вот это все, оно не нужно. В принципе. Потому что вроде как всем нравился Resident Evil Revelations, потому что он был в духе прошлых частей. Там с исследованием территории и так далее. На самом деле он не очень-то походил, но ладно. Люди себе вбили мозг, что похож. Ну вот это коридорный шутанчик с минимальным там каким-то с минимальным, как это назвать-то, менеджментом инвентаря, что ли, микроменеджментом, это нельзя назвать микроменеджментом. Кооп не работает онлайновый на момент выхода. На одной системе, на ПК, по-моему, тоже пока что нельзя играть. И сюжет изобилует тотальными клише. Чуваков выиграли, куда-то там послали опять, чтобы что-нибудь там замутить. Короче, это... это как-то не сказал я бы, чтобы прям возбуждает. Но я вообще не понимал, зачем делается Resident Evil Revelations 2. Еще и в таком стиле. Еще и, по-моему, микротранзакции здесь есть.
Или хотели их вести, чтобы возродиться с того момента, где ты сдох. Я вообще не знаю, где здесь можно сдохнуть. Никакого... Ну, можно, если протупить немножко. Никакого челленджа толкового, если ты целиться умеешь нормально. Ничего. Так что... Я хз. Честно, это как-то... Вроде пытались сделать как Resident Evil 4, 5, 6. Нет, серьезно, Resident Evil Revelations был похож на предыдущую трилогию, да? А здесь Resident Evil 4, 5, 6, но как-то в эпизодическом варианте. И вообще без челленджа какого-то. Ни боссов, ничего, ни разнообразия. Зомби вообще нет. Где все зомби, серьезно, или какие-нибудь... Ну, есть какие-то инфицированные, но чем они инфицированы? В общем, хрен поймешь, что так сумбурно и глупо. Ну, посмотрим, еще 3 эпизода есть. Может, там все как раз и объяснят. Но это же надо завлечь, все-таки пилот... Ну, качество пилотного пойдет эпизода, может, дальше разовьют лучше. Не понимая тех людей, которые сейчас плюются и срут на эту игру. Вышла только четверть. И разработчики заранее обещали то, что некоторый контент не будет доступен к моменту релиза, и то, что он будет доступен чуть попозже. А вот, мне нравится Resident Evil Degeneration и Simply Gone. Простой гон. Это, в общем, можно так описать в двух фразах рекламную кампанию этой игры. Resident Evil Degeneration и простой гон. Все. Смотреть титры, конечно, каждый эпизод — это клево вообще. Ну и сколько он шел? Часа 2 я его проходил, по-моему. Да? Спасибо, вы мне сказали, что я эпизод 1 закончил. Вы получили первый эпизод в режиме невидимка, получили эпизод в режиме обратный счет. Получили фигурка Клэр, фигурка Барри. Окей. Получили концептуальный рисунок номер 2. Фига себе. Можно было быстрее пройти, ну ладно. Чё я там получил еще? Убито 5 оживших мертвецов путем поражения только слабых мест. 6 врагов убито ножом. Скрытыми атаками. Окей. Выйдя от хижины на обходном пути, вы вышли из чащи леса за 40 секунд. Понятно, где это дело. Где я чуваков расстреливал. Что это такое, что я должен был найти, ну ладно. Можно еще и навыки настроить. Ну, давайте настроим, купим. Вот это и все. Это все? Больше ничего? Еще есть режим рейд. Дополнение. Награды. Режим с учетом времени. Пройдите эпизод в отведенное время. Время можно продлить, уничтожая врагов в песочные часы. И все это покупать за очки. Отлично. Фигурка Клэр, фигурка Барри. Преобразовать в 5000 чего? Получить бонусные очки за золото из режима рейд. Галерея. Видео. Все понятно. Фигурок нет, ничего нет. Что за интернет-магазин? Что тут есть? Рейд кристаллов. What the f... Ну, сюда, видите? Транзакции, микротранзакции здесь есть. Что дает режим рейд? Давайте посмотрим режим рейд, что ли. Да, запустим режим рейд. Посмотрим, что это такое. Хотя бы. Окей, спасибо за проверку. Загружаем контент, который у меня нет. Установите оружие на манекен. А что сказали? Оружие на манекен? А, у меня есть Ханк за предзаказ. Ханк. Какие навыки? Что там такое?
А это кто? Баба Джина. Ок. Возьмем Джину. А, у нее еще и разные навыки есть. У них разные навыки. Офига себе у нее открыто, посмотрите. Виды оружия. Что-то я не понял, что с этим можно сделать. Навыки. Волшебный писер, если у вас 50% или больше очков жизни при получении смертельного удара, вы выживете с одним очком жизни. Скорость восстановления повышает до 150% в течение любых обстоятельств, атака жестами. А, ладно. Я не знаю, что это значит, жесты. F1, F2, F3, F4. Все, можно идти, да? Или мне нужно установить оружие на манеж? А, понятно. Я думаю, что такое? Основная миссия, миссия дня. Начните несколько миссий, как основной контент этого режима. Десять. А нет, 9. Нормальный. Что это? Ладно. Победить врагов. Давайте победим врагов. Рекомендую уровень 1. Поехали. В это можно играть в коопе? Наверное. Скоро можно будет. Но не сейчас. Так. Что там? Где там? Кто там? Ну это просто берешь, заучиваешь, где враги, потом начинаешь проходить. Пошел вон. Окей. Ты не застанешь был? Тоже нормально. И ты тоже иди вон. Что тут мне напоминает? Так, что это? Тоже нахер? Так, здесь ничего нету, нет? Что-то как-то легковато немножко, вам не кажется? Окей. Ключ от зоны. What the fuck? Тут мне надо врагов убить здесь? Как можно больше, что ли? А, ну да. 38. Ау! Понял. Штурмовая винтовка, что? Собственно, мне можно будет ее купить или что? Ё-ка, пистолет-пулемет. И вам тоже пока, сэр и сеньорит, и снайперская винтовка. Что-то он здесь какой-то попроще, чем в первый Revelations. Это если вам заняться нечем, вы можете этим позаниматься, да. Я даже не знаю, где выход из зоны.
А. Не, это же патроны полные. Ну ладно. Кто здесь остался? А, иди сюда. What the fuck? Сзади возродились, все понял. Лут есть. Не, ну нихера себе я насобирал. Фак. А вот такую полоску жизни нельзя добавить в синглплеер? Чтобы я херней не занимался. Не угадал, сколько у меня хп. Да, конечно, точность с этим оружием у меня будет страдать. Да и с этим не очень. Как-то высокое будет, судя по всему. Да фак, вот вонючее управление, это просто зашибись. Еще 6 врагов. А, стоять. Еще кто-то есть? А, давайте 38 врагов убьем, потому что там уже выход. Фак! Я думал, что он застанет. Последний. Готовы все. Вот, у меня такое чувство, что это уровень из Resident Evil 6. Есть ощущение. Сейчас там очки за полученный урон снимут и так далее. Миссия пройдена. Идем за трудность. Миссия пройдена персонажем, уровень которого ниже рекомендуемого. На самом деле первый уровень был, ну ладно. Медаль идем за отказ от трав. За геноцид, убежены все враги. Получены все медальоны сразу. Наверное, это, наверное, клево было в коопе проходить, но кооп недоступен. Ок. Ладно, спасибо. Штурмовая винтовка, снайперская винтовка. Да-да-да, я понял, спасибо. Рейдеры зла получено. Жест режима, ура. Блин, я даже жест не попробовал. Я не знаю, что за рейдеры зла. Я получил... Может посредит эти медали чертовы? Проиграть запись в музыкальном автомате. Стоимость оценки. Благодаря... Давайте АК... АК возьмем. АК-7 он здесь. 4 уровня. Получено глушение. Ладно. Это, видимо, таким образом можно открывать различные оружия. А здесь, видимо, можно прокачиваться. Так. А что это дает? 78-92, это что? М-м-м.
Ладно, неважно. То есть теперь я могу, допустим, поставить вместо этого дела вот это дело. Окей. Уровень 2 у нее. Ладно. Что-нибудь еще можно? Улучшение оружия можно провести. Так, Фирстар позволяет установить на оружие специальные детали. В третьей компании снять и установить детали нелегко. Придется или уничтожить детали, или уничтожить оружие. Угу. Так. Допустим. А у меня нет никаких деталей, поэтому наплевать. Ну, давайте еще один режим. Точнее... О, магазин. Голосовой журнал. Нет, спасибо. Магазин что? Режим рейд. Нет, спасибо. Магазин. Продажа. Что можно продать? Не знаю, нафига. Ну ок. Давайте еще одну миссию, допустим. О, миссия дня есть. Обычный режим. Только избранные персонажи. Бонус за прохождение. Что за сердечки, хрен его знает. Обычный режим. Ну ок, давайте обычный режим. Допустим, попробуем. Раз там... А, зарядить боеприпасы? Нет. У меня их там и так нормально. То есть тут все за деньги. Боеприпасы заряжать, прочее. Окей. Смотрим миссию дня. Не думаю, что она чем-то отличается от миссии не дня. Фак. Фак, где я? Я не понимаю, где я? А, ладно. Ничего не можно открывать? Подождите, я дверь пробую открыть. Скорее всего, нет. Да. Ну, могли бы радар добавить. А, what the fuck? То есть это все? Все, что здесь есть? Это вот это вот? Ладно. Невозможно здесь бежать. Коложет. Окей. Я себя поразил током. Где еще? Снизу, что ли? Где вы появляетесь? Почему вы появляетесь постоянно за моей спиной? Окей. Так, можно только один раз использовать, ладно. Ау, сзади? Как ты сзади оказался? А как он сзади-то оказался? Спрыгнул, вот, вот же уродец, опаньки. Свидание. Вы когда-нибудь закончитесь? Здесь нет? Они серьезно не заканчиваются? Holy shit! О, фак, серьезно, еще раз ты? Хера себе такому говнюку пнуть по жопе. Еще один. Ну, замечательно.
Fuck. Отвалите! О, фак! У меня патроны кончаются! Где еще 5 врагов? Харе, ребята! Где еще 4 врага? Где последние 4 врага? А, мне надо, скорее всего, открыть ключи, открыть зону, и они с ним появятся. Или нет? Так, здесь закрыто. Окей. Я точно не упустил парниш? Блин, я хочу медальки! Нет, здесь. Есть какие-то, кому надо выписать терапию. О, фак. Подождите. Окей, спасибо. Это же чувак из Resident Evil 5. Fuck. А вот теперь заживем. Жопу тебе. Ау! Отвяжись! Охренеть, злой парень! Окей. Не знаю, если еще это за баба была, она просто сдохла и все. Ну ладно, мы за нее побегали немножко. Очки навыков плюс 5. Видимо, это они обозначены под замочками. Мол, сколько еще мне нужно открыть, чтобы их открыть. Окей. Правда, я здесь ничего не надыбал, но ладно. Ну и хорошо, наверное. Классный тульчик. Ну, в общем, это все с первым эпизодом Resident Evil. Понятно. С первым эпизодом Resident Evil Revelations. Я бы ее фигурку взял, ну ладно.